Добрый день, друзья! Небольшой обзор покупок с сайта Clarins. Вот моя посылочка. Сейчас мы ее откроем с вами и пробежимся по продуктам, которые я купила для себя. Откроем сейчас коробочку с вами и посмотрим на то богачество или небогачество, которое я купила. Но здесь, конечно, идет новогодняя открыточка красивая. И с 1 по 31 января на сайте Clarins миниатюра на выбор при заказе от 2000 рублей. А скажу сразу, миниатюры — это новиночки, которые у них сейчас в январе появились на сайте. То есть прежде чем купить полноразмерный продукт, на свои любимые продукты, которые там заказываете, можно по коду выбрать любой из четырех вот этих миниатюр и протестировать. Я считаю, что это очень хорошее, потому что я уже посмотрела на сайте, цена на новиночки полноразмерных продуктов — это около в районе 4000, 4 с небольшим, какие-то 4000. Здесь и средства для ухода за кожей вокруг глаз, крем ночной питательный, да, и типа сывороток вот как раз для кожи вокруг глаз. Ну, в общем, интересно. Я себе там в корзиночку уже положила и миниатюру, и полноразмерные некоторые продукты, которые бы я хотела у них купить. Новинок в январе много у них вышло вот сейчас как раз на сайте, но давайте перейдем к обзору. Поэтому со следующим заказом покажу, что и как, собственно говоря, с новинками случилось. А что я для себя здесь купила? Купила я себе, я очень люблю сыворотки, кто за мной давно со мной, идет за мной, слушает, смотрит, а те знают, что я очень люблю сыворотки. Это замечательные продукты, которые сделал, собственно говоря, человек. Они намного эффективнее, чем обычный крем из той же серии, поэтому я всегда дополняю свой уход обязательно сыворотками. На этот раз я купила сыворотку против пигментации. Кстати, я ею не страдаю, но я ее взяла делать энергетический, скажем, такой кислородный шот. Я потом расскажу, сделаю специально, сниму видео, как я разные сыворотки между собой, как говорится, женю и что из этого получается. Вот, 30 миллилитров эта сыворотка, она не просто уменьшает пигментацию, но еще и придает сияние. Вот из-за этого я ее, собственно говоря, взяла, потому что пигментации у меня нету. И вот, такая вот сыворотка, вот так вот она в таком вот пузыречечке в смешном, очень мне нравится, смешной, правда, дизайн такой. Ну вот я когда на него смотрю, это в ванной стоит он у меня на полочке, мне очень поднимает настроение, необычное. Итак, Bright Plus — это сыворотка против пигментации, 30 миллилитров объем я ее взяла. И взяла из новиночек Clarins Skin Illusion Velvet. Это тональный крем с матирующим эффектом. У меня оттенок 105N. Сейчас мы его откроем и посмотрим. Объем также 30 миллилитров. Это новиночка. Не так давно она появилась. Вот такой красавец. Много отзывов можно найти в интернете по этому тональному крему с матовым, финишем. Вот у меня оттеночек 105N. Вот так выглядит он в реальности. Такая вот штучка. Ну и плюс ко всему, к этому, к своему заказу, я взяла в подарок. Там при заказе можно выбрать подарок. И, собственно говоря, я взяла подарочек от Clarins. Это полноразмерный продукт. Свеча. Красивая штучка. Мне очень понравилась. Посмотрите. Стильненькая. Это свеча. Ну и, как всегда, тут ароматерапия от Clarins, конечно, зашкаливает. Продукты с такими аромамаслами мне очень нравятся. Просто вот отдельно релакс получаешь от пользования этими продуктами. Вот это, собственно говоря, за заказ я выбрала себе в подарок свечу. Давно хотела, и вот
как говорится, я ее поймала. Все, что здесь еще есть? А здесь это пробнички. Пробнички каких-то продуктов, с которыми я не знакома. 5 лет назад я пользовалась Клоранс, был у меня уход, и я периодически возвращаюсь к некоторым, то есть меняю свой уход за кожей лица, декоративкой. Вот сейчас опять решила вернуться к Клоранс, потому что мне безумно нравится их уход с аромамаслами, вот эта вся ароматерапия. Мне очень хорошо подходят их продукты для кожи, поэтому, собственно говоря, я к ним обратно и вернулась после Ланкома, после Estée Lauder, после Шисейда, вот вновь. Здесь миниатюра, это тоник для жирной комбинированной кожи, не содержит спирт, и мне это очень нравится. Здесь действительно нет спирта. Особенно, когда если кожа жирная, обязательно все добавляют спирт. И мне это совсем не нравится. А здесь что? Здесь что? Я уже и не помню, какие я пробники, слушайте, брала. А, во, V-Shape Facial Lift. Это сыворотка. Вот тоже сыворотка. Прекраснейшая серия. Куплю полноразмерный продукт этой сыворотки. Замечательная антивозрастная сыворотка. А вот это вот мне нравится, маслица. У меня сейчас еще одна есть миниатюра. Маслица для чувствительной кожи лица. Вот это вот такой мой малипусик. У меня вот такой же есть, но я уже долго-долго ей пользуюсь. Даже не покупаю. Слушайте, 2 мл не покупаю даже полноразмерный флакон, потому что хватает одной капельки, чтобы смешать его вместе с кремом дневным или ночным. Вот я его периодически беру в пробничках. Ну и последний это вообще сказка, которой я обязательно куплю полноразмерный флакон и продукт. Вернее, и обязательно сделаю на него обзор. Это Comfort Scrub. Слушайте, ну это такая прелесть. Я первый раз его попробовала. Я в восторге, в полном восторге. И обязательно закажу себе вот сейчас у них полный размер. Слушайте, ну вот он и питает, и отшелушивает. И причем настолько комфортно отшелушивает вот эти сахарозы, содержащие в нем. А какой от него аромат и какой эффект на коже за счет вот этого миндального масла, которое там содержится. Оно и питает, и увлажняет, и в общем, правда. Вот как в спа-салоне после него побываешь. Я говорю, серия Клоранс, уход за кожей лица, кто еще не знаком. Но это просто отдельное, вот отдельное видео, это как побывать в спа-салоне. Все, у меня все в этом обзоре, кратенький обзор, и так уже 8 минут. Если кому-то интересно получить более подробный обзор на какой-то из продуктов в данном моем заказе, пишите, пожалуйста, друзья, в комментарии, на какой бы вы продукт хотели получить полный, скажем, да, полный обзор. Более подробно узнать, лучше познакомиться с продуктом, посмотреть, как я им пользуюсь, как наношу, что мне нравится, какой эффект получила. В общем, пишите в комментариях, буду очень рада прочитать и сниму тогда видео, подробное видео обзора. У меня на сегодня все. Будьте красивыми. Пока-пока. До новых полезных обзоров.